парке Заряди есть клумбы с дикими пионами. Они значительно отличаются от тех, что в саду. Листочки помельче. И сами они такие формы, другой несколько. У нас такой бутон такой цельный, большой. А здесь они больше какие-то такие ромашки. Запах очень такой сильный, сладкий. И говорят, что они ядовитые, на полях много их растет, их там нельзя рвать. Нюхать-то можно, нет. Вот. Или такие сок, вот. Сок, может, я не помню. Там вот многие...